6 травня 2014 року виповнилося 10 років з моменту, коли пролунали перші вибухи на території 275-ї артилерійської бази ракетних боєприпасів поблизу села Новобогданівка. Через пожежу ракети різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети, що зберігалися на артбазі, почали розлітатися на відстань понад 10 кілометрів. Тоді через надзвичайну ситуацію у зоні ризику опинилися 12 населених пунктів Мелітопольського, Михайлівського та Веселівського районів. Очевидці вибухів і досі з острахом згадують ті страшні події. Ми були на почті і вибігали, думали, може бути щось просто, а воно оказалося взрив, да не ті взриви. І біжали 25 кілометрів до Михайлівки. Хто як біжав, розумієте? Хто велосипедом? Я, наприклад, велосипед не бросала з велосипедом. І грязь, і по полям, і по посадкам, де ми тільки не були. Ну, потім Михайлівка нас приютила. За дітей боялася, мої діти там жили, у воїнській частині. Так що, а внук тут в школу ходив. Как говорили, что все, и школа сгорела, и пол Богдановки нету. Как вы думаете, это перенести все? Особенно бабушки. И вой все сильнее и сильнее этих реестров начал увеличиваться. И тогда директору школы, да, Пузанов был Саша, говорит, давай ведь людей туда больше к Бугуру, потому что уже видно, уже видел, что ракеты летают. Они падали в разные, по шахатическом, ну, так как они были заряжены сухим порохом или каким-то другим веществом, они не с боеголовками были, вот они летали. Летали до самого Молочанска, летали до самой каменной могилы они. Самое страшное – сохранить людей. Потому что, вы понимаете, что такое паника? Вы только видали, как ехали люди на брычках, а представьте, в обед они все были в поле, доили коров, особенно в Спасском. И это все в грязь, дождь, это все ехало. Это было очень страшно. Паника самая страшная. Где-то в 12 начала первого мои механизаторы заскакивают, приезжают на машину и говорят: Василий Иванович, у нас ЧП. Начали взрываться склады. Я, естественно, на машину, со мной был бухгалтер, была моя жена, и мы приезжаем сюда в село. Эти дети кричат, эти все школы бежали, перед детьми снаряды падали. Это ужасно, это страшно было. Картина, люди перепуганные, не знали, как, куда. Частный сектор, коровы пооставались, а в базах побросали. А тут уже погром. Летают снаряды, школу уже распустили. Я быстро организовываю автобусы. Два автобуса у меня было, потом машины на тракторах, чем вас завгодно. И созваниваюсь с Масалаповым, с Натальей Владимировной, говорю, принимайте пункт на это, я буду к вам направлять людей. Новобогданівський сільський голова Дмитро Хлистун на момент вибухів був у Мелітополі. Коли він повернувся до Новобогданівки, на нього чекала моторошна картина. То, звісно, бросилось в глаза, это распахнутые везде ворота во дворы, дома без окон, с побитой шифером, черепицей, магазины, заправка, ну все объекты, даже предприятия, та же самая хлебоприемная, все настежь пооткрывано, нигде никого, как будто бы точно Чернобыль. Все поле практически было усеяно школьными портфелями, обувью. Это как выскочили на пахоту, ноги застревали, и обувь теряли, и одежду теряли. Спасались как можно быстрее убежать от села. Велосипеды, мопеды, машина одна стоит. Смотрю, кто-то сидит в машине. Подхожу, бабушка, открываю дверь, бабушка не жива. Впоследствии тоже выяснилось, что это бабушка Андрющенко была. Она тоже с детьми, с внуками пыталась скрываться, но вот от переживаний то же самое, сердце остановилось. В перші години трагедії головним завданням було збереження життя селян. Для цього їх негайно евакуювали до сусідніх населених пунктів. Незважаючи на явну небезпеку здоров'ю та життю, далеко не всі бажали покидати свої домівки.
те люди, которые не успевали мы вывозить, они были запрятаны в ПРУ, противорадиационные укрытия. И поставил там ответственных людей, которые не должны выходить оттуда, чтобы на всякий случай, потому что болванки эти снаряды летали, чтобы никого не поразил. И по селу те, которые старики не уехали, значит, сказал, чтобы все поховались в погреба и не выходили. Сільські голови та керівники великих підприємств об'єднали зусилля, щоб забезпечити евакуйованих людей всім необхідним. Окрім селян, що відмовились від евакуації, на територіях залишились сільські голови та ті, хто добровільно взяв на себе зобов'язання з охорони покинутих осель. Кожного дня їх життя було під загрозою. Літить снаряд, от він неуправляємий, свистить. Смотришь, оглядываешься, на тебя летит. Ну, думаешь, все уж. Когда вот хаотично летит, раз и ушел в сторону, бабах, там пошел вторым. Или стоим с этим самым, только завели машину, отъехали, бабах, на то самое место снаряд. Поэтому опасность была, конечно, и немалая. Конечно, спасло то, что снаряды все же были без взрывателей. Взрыватели были отдельно отсоединены. И это угрозу несла именно летящая болванка. Організатори евакуації згадують, що в перші дні було важко зорієнтуватися, куди відправили людей, а родичі вимагали негайних відповідей. Саме страшне, коли я вже почав відправляти людей евакуювати, а потім я не поставив чоловіка, який записував, куди їх відправляв. І вже під вечір мені в голову стукнуло. Надо ж фіксувати. Куда я их отправляю? А потом мне родственники начинают звонить, и я сам не знаю, куда их отправил. Представляете? А потом мы уже начали фиксировать. Поэтому, если бы на сегодняшний день такое случилось, то у меня уже практики очень в этом, да я могу любого научить. Первые сутки, что самое страшное, это шквал звонков. Вот в сельском свете 5 телефонов, это вот без конца. Только положил звонок, звонок. Понятно, со всей страны, даже с Америки звонили, я уже не говорю с России, и со всех территорий Украины все звонили, спрашивали о судьбе родственников. На щастя, снаряди, що розліталися у різні боки, не нанесли смертельних поранень місцевим мешканцям. Очевидці називають таке везіння дивом, бо на артбазі зберігалося понад 90 тисяч тонн небезпечних боєприпасів. Хотя ракеты такие, как «Сатана», их, они долетали аж до самого каменной могилы. Они были все, как они не взорвались, они, это страшное оружие. На думку новобогданівського сільського голови Дмитра Хлистуна, завадив людським жертвам і той факт, що одним із перших здетонували імітатори ядерного вибуху, які просто дали досить сильну ударну хвилю. Гучні і дуже помітні спалахи стали своєрідним сигналом для селян, і вони вчасно покинули небезпечну територію до початку масового бомбардування сіл скелетами реактивних снарядів. Сільський голова підкреслює, що завдяки організованому чергуванню працівників Мелітопольської нафтобази вдалося не допустити загоряння паливно-мастильних матеріалів, що зберігалися на той час в резервуарах. И было несколько попаданий в емкость, а там было около 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. И если бы пошло разлив и пожар тех нафтопродуктов, то я не знаю, сохранились бы ближайшие вообще дома жилые, или они все тут полсела сгорело. Окрім пошкодження майна селян, вибухи завдали чималих збитків сільгоспвиробникам. Тисячі гектарів посівів були знищені. Много було тих лимонок розкидано по території, і ми туди могли зайти тільки в кінці июля місяця. Ми туди потерпіли, ми тільки посіли туди підсолнух, туди не зайшли, не культивували, там одна була, трава була. Вот, химия не... Мы тогда получили убытка около 2 миллионов. И представьте себе по каждому полю. КамАЗы, Уралы, солдаты, мои пальцы, а сзади офицеры, которые контролируют еще их, все вытоптали, все уничтожили и нанесли убыток хозяйству.
ну, где-то в пределах 6 миллионов. А у нас же не один год, не 2006. А у нас 2004, 2005, 2006, 3 года калашматило. И мы 3 года не могли ну, нормально посіятися, відсіятися. Снаряди, що розлетілися по полям, досі не дають спокою аграріям. Нельзя не вспомнить и на этой передаче моих механизаторов, которые, это Мжачик вот поехал, это Любышко Василий, это Любышко Сергей, это мой сын Руденький Андрей, это Кихер Григорий, это Чигирян, один, второй, это Марков, которые на сегодняшний день работают 10 лет на полях. И вот в течение каждого года мы достаем, они с земли выходят, эти снаряды, это 250-300 снарядов. Після надзвичайної ситуації капітального ремонту потребували всі заклади соціальної сфери, постраждалих сіл. Як кажуть в народі, не було би щастя, так нещастя допомогло. Держава виділила кошти на оновлення шкіл, дошкільних навчальних закладів і інших установ. Так, у Новобогданівці практично за 4 місяці звели новеньку школу. Сначала ее начали стеклить, крыть, а потом после визита Кучмы президента, нет, это все по-новому разобрать. И июнь-июль месяц стоят одни стены, можете себе представить, ни крыши нету, ни дверей, ни окон, ни полов даже нету, ничего. И 1 сентября дети вошли в новую школу, полностью по современному евроремонту. Сделано все помещения, все здания, снаружи, внутри, крыша, самое главное, и все оборудование. Після надзвичайної ситуації в 2004 році склади артбази вибухали ще 2 роки поспіль – в 2005 та 2006 роках. На жаль, події в Новобогданівці не обійшлися без жертв. Під час розмінування території загинуло 3 радіомінери Центрального аварійно-рятувального загону. Молодші сержанти внутрішньої служби Сергій Терешко з Полтавської області, Костянтин Ткаченко з Криму та наш земляк, водій-сапер 2-го аварійно-рятувального загону, старшина внутрішньої служби Микола Кура. Їхнє життя трагічно обірвалося під час зачищення території артилерійської бази у 2007 році. Пам'ять про загиблих вшанували в Новобогданівці в 10-ті роковини перших вибухів. Почти 3 года наші підрозділення займалися ліквідацією последствий цієї чрезвичайної ситуації. К сожалению, в ходе ее ликвидации мы потеряли 3 наших боевых товарищей. Вечная память погибшим. Слава живым. Пусть над нашими головами всегда будет мирное небо и да хранит нас Бог. Мати загиблого Миколи Кури Валентина Шестопал зі сльозами на очах пригадала, що син з перших днів трагедії знаходився у Новобогданівці. Тогда они еще не были саперами, они просто были МЧСниками. Но со временем их же сразу отправили учиться. Они выучились и сразу они приступили к работе. Пацаны были, я считаю, профессионалы, потому что понимали все. Учиться они не могли, что так, в институте. Хочу учусь, хочу не учусь. А тут они знали, ошибка – это смерть. Жінка зазначила, що рятувальники та сапери – це особливі люди. Этими ребятами нужно гордиться, и не каждый здесь может работать, так как вот саперы работали. Ну вот скажите, может каждый человек, ну вот сегодня погибает твой друг, и ты завтра выходишь на работу и берешь в руки этот снаряд, и ты не знаешь, ты выживешь или то же самое будет. А эти ребята продолжали работать, несмотря ни на что. Это очень мужественные люди. До її слів долучився й бойовий побратим Миколи Кури Сергій Катріченко. Вони вибрали собі тяжелу професію. Многие стоящие в строю знали їх лично.
прослужили с ними бок о бок не один год. Профессия накладывает на жизнь человека свои отпечатки, порой даже очень трагические. И наша задача на сегодняшний день помнить, постоянно помнить эти светлые имена, эти светлые лица, никогда их не забывать. Районні очільники зазначили, що завдяки спільним зусиллям в 2004 році вдалося врятувати велику кількість людей та висловили вдячність всім, хто у цьому допоміг. В то время Мелитопольская администрация принимала активное участие в этих событиях, которые произошли. Разговаривал Мелитопольскую администрацию Вера Михайлович Богданов тогда. И вы знаете, первые дни сразу же были решены вопросы эвакуации населения. Тогда была здесь 5-километровая зона. Население, часть населения с Новобогдановки, со Спасска были оперативно эвакуированы. Терпиневский интернат, Новониколаевку и в гостиницу города Мелитополя. Низкий поклон вам, дорогие друзья, которые несете службу, потому что наша земля еще хранит очень много боеприпасов Великой Отечественной войны и тех боеприпасов, которые хранились здесь, на наших складах. Впродовж 10 років велася активна робота з зачищення території артбази від боєприпасів. В 2013 році проведена контрольна зачистка. Але цілком вірогідно, що небезпечні снаряди ще довго нагадуватимуть про своє існування. Скільки років пройшло, а до сих пор знаходяться боєприпаси в стан війни. Звісно, ми робили все можливе, і Міністерство оборони в тому році зробило все можливе. Но на сегодняшний день нет современных приборов технической разведки, чтобы с точностью до 100% утверждать, что больше мы ничего не найдем. Вся территория изрешена осколками. Может быть, это фрагменты боеприпасов. 100% гарантии такого дать никто не сможет, к сожалению. Місцеві очільники мріяли, що колись територія артбази перейде до власності громади. Але поки що це питання зависло в повітрі. Понад 250 гектарів землі залишається у відомстві Міністерства оборони України. І подальша її доля допоки невідома.